Так, это у нас Hyundai Yotz приехал в гости. Вот, чтобы посмотреть, что у него там творится. Ну, у нас сейчас дозик. Как раз хорошо помыть. Будет помытый, чистенький. Все будет видно на нем. Тем более в лампах видно все. Такой приятный салатовый цвет у машинки. Прям, я бы сказал, для женщин. Да, для женщин самое то. Так вот, этот хундайчик у нас не совсем обычный автомобиль. Вот. Тут на капоте не только вмятинки, там, где под полком зажаты, но и, как мы видим, шишечки. Сейчас я сбоку попытаюсь снять. Вот она. Видна, да? И еще вот. И тоже, это не в открытом доступе. Вот. А именно, вот, под пауком, на том месте, где находятся как раз пятачки. Сейчас я их даже сниму. Эти места. Кто-то мне, может, покажет, подскажет, расскажет, почему это так получается. Значит, что? Как раз вот здесь. Вот такие выступы, пятачки, да? Вот, под ними мастика есть. И вот как раз в этих местах, где вот эти пятачки, почему-то шишки. Интересно. Теперь придется, как Остап Бендеру, переквалифицироваться в управдомы. И ремонтировать не вмятины, а написать ремонт шишек. Вот. Ладно, продолжаем. Кто знает почему? Ну, просветите меня, подскажите. Вот. Да, я приклеился, выдернул вмятинку одну. Вот тут такой у нас капотик. Слегка побитый. Вот, чуть-чуть, немножко. Сейчас будем пробовать забивать. Тут прикол тоже, дождик кончился. Вот с детства. Сколько не смотрю, не могу привыкнуть. Какая красота, когда радуга. Очень красиво. Красота. Обалденные цвета такие нежные. Это значит, у нас все будет получаться. Это значит, что все будет получаться.